Re, viss ēters ir te! Кажется, Грета права. 2019 год стал самым теплым в истории наблюдений в Латвии. 10 из 12 месяцев были заметно теплее нормы. Как сообщает Центр окружающей среды, геологии и метеорологии, средняя температура в Латвии составила 8,1 градуса. Это на 0,3 больше прошлого рекорда. Он был установлен недавно, в 2015 году. Температура была несколько ниже нормы только в январе и июле. В остальные месяцы было теплее. Кроме того, в апреле был установлен антирекорд по количеству осадков. Всемирная метеорологическая организация ранее выступила с сообщением, согласно которому 2019 год завершает декаду, когда во всем мире были зафиксированы рекордно высокие температура воздуха и уровень моря, а также уменьшение объема ледников. Считается, что эти изменения связаны с увеличением объема выбросов углекислого газа в атмосферу. Сферу.